Значит, так, дамы и господа, значит, так, у нас 5 минут я хочу поговорить с вами здесь, потом вас провести через зал, потом, значит, вы стоите все на солнце, потому что соседнее здание вот это поговорится, так сказать. Вот, и более подробно рассказать про Бекушева, так сказать, напомнить какие-то вещи про Клоудова, так сказать, там попало только, ну, такое выигрышное, значит, во-первых, главный объект, объект совершенно сказочный, я его показывал даже во время Дня наследия, значит, была достаточно хорошая реставрация, хотя здание досталось. Ну, так вот, это действительно такой феномен истории наследия, феномен, собственно, китайский памятник, в котором действительно банк интерьера был открыт. Интерьеры, которые вы сегодня видите, они, конечно, совершенно неправильные, да? Об этом же хочу сказать. Значит, первое, почему все-таки китайский банк? Вот Китай, это действительно не имеет никакого отношения, это Китай-городский банк. Хотя Китай-город у нас напротив получается. То есть фактически это, опять же, память вертующих игры. Память исторические, старые. Вот. Но вот в 1880-х годов их покупает один из представителей ГНИТа в Москве торгового рода Фудоровский российский рынок. Фудоровский российский рынок. Значит, к этому фасаду, который здесь немножко прикосновнее. Значит, вот как раз представитель московского поколения выпускных архитекторов, соответственно, 80-90-х годов, такой вариант купеческого стиля, значит, этого времени, так сказать, вот то же самое, как мы увидите на Кузнецком мосту, я сразу немножко опережаю события, значит, у него автор что международная торговая банка, это там, где сейчас офис банка. Поэтому, говорит, тут такая как бы экскурсия получается от Кешкушева до Ягушцева, значит, потом, естественно, там микрофон посмотрите. Вот еще тут у нас за стеночкой один домик, значит, Кешкушева, как говорится. Вот, ну и Бушев тоже очень много строил в Москве. Значит, как пишет исследователь московской архитектуры, значит, современная архитектура архитектуры рубежа 19-20 года. Значит, это наибольшее создание по началу Москвы, самый дорогой архитектор Москвы. Очень большое количество проектов. Вот я сейчас, например, на память вспоминаю его
один из объектов заставил застройку 13. Ну, там тоже вот наступает вторая интерьера. Вот, знаете, у меня было довольно большое количество расстройств, поэтому по-своему не могу я попадать. Ну, напоминаю еще раз, на самом деле, главная красота там действительно в интерьере этого здания. Вот, поэтому конечная часть, она такая, действительно, скорее респектабельная, так сказать, меня извините, за таким фасадом очень легко и банк представится с экономическим временам. Вот, то есть, скажем так, поскольку вот была идея, может быть, даже выставленная заказчиками вот так вот, значит, дать вот такой каскад вот, интерьеров там в разных стилях представить, если вот, и как что-то блестяще сопротивлялся, то снаружи Россия сделала такой нефинициальный автомобиль, который неоренессанс. Значит, видим все это такой крупный руст, значит, выделение наличников, вот, видите, так сказать, разбивку по этажам, так сказать, карнизами. Вот, значит, ну, поскольку одновременно оформлялись два корпуса, как говорится, значит, то вот если кто-то был во Флоренции, вспоминайте, там есть такой ансамбль, пицца, собственно, я не хочу сказать, картинные галереи, но в данном случае скорее речь идет о принципе, как говорится, то есть здесь не повторяется фасад пиццы там в деталях, так сказать, а вот повторяется сам принцип, и, в общем-то, говорят, что Москва иногда чудит в этом отношении, потому что, так сказать, действительно, скажем, застройка велась уже в этой достаточно хаотично, так сказать, участками, так сказать, поэтому когда отдельные участки получают такое, в общем-то говоря, ну, респектабельное решение, но оно никак не предполагается как составной фаз, конечно, это вызывает некоторое удивление, но вот это вот, как говорится, проблематика действительно, значит, московского строительства, начиная с конца 19 века. У нас был некий прорыв в середине 20 века по этому поводу, когда принимались, так сказать, некоторые более, как говорится, такие определенные градостроительные решения, там, градостроительства, как Калининского проспекта, значит, прибрежные, там, еще некоторые там представили, но это, скорее, было исключение в это время социальное. Значит, ну, давайте, действительно, перейдем к Кириллу Николаевичу Кепшеву. Не пускают. Значит, вот смотрите. У Ивана Николаевича Кепшева была вот такая судьба. Значит, он вообще петербургский. По образованию, что-то напоминает. Значит,
исторических существ. Значит, ну, я думаю, что можно подняться так немножко по площадке, поглядывать, посмотреть, значит, окна разделены ковинскими пилястрами и такими вот декоративными панно. Значит, ну, тут сложные сюжеты, конечно, панно, давайте уже потихонечку подниматься. Там еще какие-то такие рука, и
Похожий мотив, хотя не точная его копия, как бы замыкает заднюю стенку верхней площадки, значит, вот этого дворца. То есть тоже три как бы арки, но значит, другой формы, других размеров. Средняя арка такая подковообразная, более широкая, две более узкие арки фланкируют, как бы, вот эту стенку. То есть возникает вот эта вот игра подобия мотивов, так сказать, не повторение, а именно подобие, так сказать. Естественно, что все это воспринимается как вот такая очень такая декоративная, динамичная композиция, так сказать, один ряд арок с одной стороны, так сказать, другой ряд арок как бы напротив, поэтому все это вот так вот разнообразно впечатляет. Так, все, мы с вами сейчас проходим. Побыстрее, вы все это еще увидите. Подробно
Mm-hmm.